Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как на смартфоне Verne Mix 2 выйти из Fastboot мода. Вот такой вот у нас мод, да, вот Fastboot, написаны все дела, и отсюда мы выйти не можем, да, то есть мы зажимаем кнопку блокировки, и ничего не происходит. Для того, чтобы отсюда выйти, мы зажимаем кнопку блокировки и кнопку увеличения громкости. Держим. Отпускаем, как только экран погаснет. Теперь просто зажимаем кнопку блокировки, и наш смартфон запускается. Давайте подождем его полной прогрузки. Как мы видим, наш смартфон перезагрузился, а это значит, что мы успешно вышли из Fastboot мода. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!